Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, коллеги! Мы снова с вами, и мы собираемся на очную встречу в великолепный город Волгоград. И эта встреча состоится 5 марта, то есть совсем уже скоро, поэтому спешите регистрироваться на наше мероприятие. Наше мероприятие называется «Научно-практическая конференция», а на самом деле дискуссионный клуб. И в рамках этого клуба в живой, непосредственно интересной дискуссии мы рассмотрим массу вопросов, которые просто полезны для нашей с вами ежедневной практики. Не пожалеете, приходите, тем более у нас всегда царит очень хорошая атмосфера, которая насыщена не только медицинскими мероприятиями, сообщениями, обменом мнениями, но еще и хорошей культурной программой. Мы обязательно посетим музей изобразительных искусств имени Машкова в вашем городе. Машков замечательный художник, я надеюсь, там есть его работы. И я обязательно расскажу вам, как человек не чуждый изобразительного искусства, обязательно расскажу что-нибудь интересное о какой-нибудь из них. Не просто расскажу, а привяжу это к нашей с вами профессии, а именно к медицинской деятельности. Но мне осталось добавить, что конференция пройдет, начнется она в 10 часов в конференц-центре «Волга-Холл», улица Профсоюзная, дом 13. Приходите, будут еще памятные призы, не для всех, кому повезет. То есть некоторые из вас идут не с пустыми руками. Да. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Это такие призы, которые пригодятся вам в рабочей деятельности. И я думаю, что лишний раз будут напоминать о нас таких веселых и хороших. Да, поэтому приходите сами и приводите с собой своих коллег, друзей в наш неформальный, интересный дискуссионный клуб Ассоциации врачей первичного звена «Сирано». До встречи! До встречи!